Чтобы наказать Саддама Хусейна за вторжение в Кувейт и гарантировать, что он ничего подобного не сделает снова, ООН ввела санкции против Ирака. Самые жесткие и всеобъемлющие санкции в наше время. В итоге импорт в страну сильно уменьшился, нефть почти не экспортируется. Американская сторона утверждает, что не было бы вообще никаких санкций, если бы Саддам прекратил лгать насчет оружия массового поражения и выполнял требования ООН. Между тем, не секрет, что санкции стали причиной масштабных бедствий. Хотя, как мы узнали во время нашей недавней поездки в Ирак, страдают вовсе не лидеры, а народ, и особенно дети. Примерно 500 тысяч малышей, 500 000 детей умерли. Это палата для истощенных детей в педиатрической больнице Багдада. Правительство не чинило нашему приезду никаких препятствий. Нам разрешили посещать любые больницы. Всего мы побывали в 5 и передвигались по ним без каких-то ограничений. И куда бы мы ни приезжали, всюду были такие же дети. Истощенные, а иногда и близкие к голодной смерти. Мы видели детей, не получавших надлежащего лечения. Этим двум малышам пришлось делить друг с другом сломанный инкубатор, который невозможно починить. Были даже случаи, когда газ для операции использовался повторно. А вот маленький мальчик, который умер от пневмонии через час после того, как мы сделали эти кадры, потому что не было антибиотиков. Это действительно очень серьезный случай. Ребенку всего лишь 22 месяца. Почти 2 года. Да. Доктор Джейн Пирс, сотрудница Всемирной продовольственной программы ООН. Большинство людей не представляет, что происходит. Они же не видят тех малюток, которых мы только что здесь видели. Деток, чей вес составляет всего лишь треть от нормального. До 90-го года, до войны и санкций, подобное было неслыханным для этой страны, да? Никогда не случалось? Нет? Большинство иракцев страдает. Мы слышали, что 500 000 детей умерло. Это больше, чем погибло детей в Хиросиме. Неужели оно того стоило? Я думаю, выбирать здесь тяжело, но мы считаем, это того стоило.